Южно-Сахалинскую ГРЭС-2 стянулись экстренные службы. Однако переживать не стоит. Там прошли учения по тушению пожаров. Данный объект энергетики выбрали не случайно. Ранее там уже был случай возгорания, поэтому важно еще раз проверить готовность сил и средств для ликвидации подобных ЧП. По легенде учений, пожар возник на складе жидкого топлива после атаки беспилотника. В результате произошел разлив мазута на площади 300 квадратных метров. Возникла угроза возгорания соседних резервуаров. Стационарные генераторы пены оказались повреждены, поэтому вызвали огнеборцев. К месту условной аварии прибыли пожарные расчеты Тамаринского, Чеховского и Долинского отрядов. Свыше 30 человек и 7 единиц техники. Они развернули штаб пожаротушения. Мазут тушили пеной, остальные конструкции – водой. Расстояние не менее 5 метров. И надо, если без заземления, а так будет у вас заземление пожарных рукавов и заземление пожарных машин. За правильностью выполнения действий пожарными наблюдали специалисты МЧС России. После полной ликвидации условного пожара организаторы учений провели работу над ошибками. С вашей стороны хотел отметить, что персонал у вас довольно подготовленный, то есть какие-то учения, то есть заземление, все дело, все нужно. Проведение подобных учений позволяет персоналу объекта отработать действия при возможных чрезвычайных ситуациях, а пожарно-спасательным подразделениям ближе познакомиться со спецификой объекта, местом расположения ближайших водоисточников, оценить потенциальную угрозу людям и распространение пожара на другие объекты.